Хилунзян поставила перед собой цели высококачественного развития и стремится выйти на новый путь всестороннего возрождения. Сейчас давайте посмотрим, как город Хэган открыл новую страницу в развитии на основе новой модели. Это место богато полезными ископаемыми. В Новом Китае была построена первая шахта по добыче угля. Здесь прекрасные природные и уникальные климатические условия. Это город Хэган. Генеральный секретарь Си Цзиньпин отметил, что города, основанные на ресурсах, должны с одной стороны ориентироваться на трансформацию и модернизацию традиционных отраслей, а с другой – на развитие стратегических новых отраслей. В Хэгане 5G плюс промышленный интернет плюс приложение было применено к строительству шахт. Беспилотная перевозка угля – это идеальная интеграция 5G и искусственного интеллекта. Зеленая интеллектуальная шахта, закодовой производительностью 6 миллионов тонн угля, была произведена китайской корпорацией Минералов и Минераров. Строительство интеллектуального производственного центра шахты и центра обмена данными будет завершено. Это позволит реализовать беспилотное производство, цифровое управление, а также интеллектуальные контроли. К 2025 году годовой объем производства графита и смешанных отраслей превысит 30 миллиардов юаней, что поможет провинции Хэлунцзя создать крупномасштабный и высококрасный кластер графитовой промышленности.